Центр управления регионом помогает жителям Мордовии решать проблемные вопросы. В этом нелегком деле не обходится без плотной работы с представителями министерств и ведомств. В течение 3 дней для сотрудников органов исполнительной власти Республики Мордовия проводились специальные занятия. Какие темы поднимались и что обсуждали? На этот вопрос ответил руководитель центра Андрей Барашихин. В течение 3 дней мы проводим занятия с органами исполнительной власти Республики Мордовия. Вопросы рассматривались. Первое – это работа в системе инцидент-менеджмента. Мы говорили о работе органов государственной власти в социальных сетях. И сегодня завершающее занятие у нас будет по платформе обратной связи. То есть платформа, которая разработана Минцифрой, на эту платформу приходит обращение граждан, и органы исполнительной власти, органы местного самоуправления готовят ответы. И, в принципе, не то, что ответы, а готовят какие-то действия, устраняя те проблемы, которые высвечивают жители в своих обращениях. 18 марта был поднят вопрос о платформе обратной связи и ее потенциале. Главная цель – ее популяризация среди населения, ведь имеются уже конкретные случаи, когда обозначенные центры управления регионом проблемы были устранены. Когда в Краснодарском районе произошли проблемы с водопроводами, мы тоже быстро очень включились в работу именно с Краснодарской администрацией. Была отремонтирована колонка в селе Заречное, по-моему, в Краснодарском районе тоже замерз водопровод. Очень серьезные проблемы. Вообще там 66 домов. Очень оперативно заработали и получили тоже от жителей очень хорошую обратную связь. Продвижение платформы – очень важный момент. Чем быстрее о проблеме узнают, тем быстрее получится ее решить. Яма на дороге, сосульки на крыше, неубранный снег. С помощью Центра управления региона жители Мордовии смогут сделать свою жизнь комфортней, максимально оперативно. Сергей Кувакин, Владимир Надькин, Народные новости.